Да чего же мы несчастливы, царевны по закону? Запрещается любить царских семьям. Уж такой порядок древний по расчету. Надо замуж выходить. Главным врачом учреждения здравоохранения 20-я городская поликлиника Аврамовым Виктором Ивановичем. Вы знаете, несколько раз я встречалась с ним и по-доброму просто завидую всем тем, кто работает рядом с этим прекрасным руководителем. А если бы вы знали, как тепло Виктор Иванович отзывается о каждом работнике своем, сколько теплых слов он нашел в адрес своих заместителей. И я поняла, что в этом учреждении работает команда единомышленников. Команда, которой по плечу все поставленные задачи. И, пользуясь случаем, Виктор Иванович, хочу обратиться к вам и зачитать ваш адрес и в адрес всех работников учреждения здравоохранения такие слова. Уважаемый Виктор Иванович, педагоги, жители микрорайона учреждения здравоохранения 20-я городская поликлиника и ваши благодарные пациенты поздравляют вас и весь персонал учреждения с юбилеем. Ваш нелегкий, благородный труд заслуживает глубокого признания и благодарности. Мы выражаем уверенность в дальнейшем совершенствовании медицинского обслуживания взрослого населения и желаем вам и всему коллективу неиссякаемой энергии, творчества и успеха в деле укрепления здоровья граждан и передовых
идей. Спасибо огромное! Анна Леонидовна, хочу сказать, что у Виктора Ивановича сегодня двойной праздник. Он празднует юбилей учреждения здравоохранения, и сегодня у сына Виктора Ивановича день рождения. Окей! И от нас примите, пожалуйста, святые в знак благодарности. Спасибо, что вы нас приютили. Мы этого не... Ну что, дорогие мои друзья, продолжим поздравлять всех вас с замечательным праздником. И давайте сейчас отдохнем душою, давайте споем мы сейчас вместе с нашими ребятами. Дорогие друзья, вокальный ансамбль.